Приветствую вас, друзья и недруги. 40 лет назад, осенью 82 года, ушел из жизни пятизвездный генсек Леонид Ильич Брежнев. Сейчас образ генерального секретаря романтизируется, идеализируется. Хотя, в принципе, человек он был неплохой. Как и все представители этого семейства, он был достаточно добродушным, но злопамятным, отходчивым, но порывистым. Дело в том, что у меня была в те годы на излете 80-х репутация брежневедов, потому что я публиковал в «Московском комсомольце» полостные статьи про Галину Леонидовну Брежневу, про самого Леонида Ильича. И однажды в газете «Недели» я опубликовал статью «Наследнички», которая имела достаточно такой основательный резонанс. Было масса сюжетов на радио и телевидении западных, перепечатали многие издания. Я получил люлей просто немыслимых. В программе «Время» прям сюжет был про то, что я нарушил все принципы журналистской этики и там что-то там перепутал, фамилию одного из членов Политбюро, который на самом деле не голубых носорогов стрелял в Африке, а слонов в другой совершенно стране. В общем, какая-то такая была, конечно, закладка. Был создан даже в Союзе журналистов СССР специальный комитет по этике, который разбирал мое дело. Не знаю, существовал ли он после этого уже или нет, но песня совсем не о том. В частности, в заходе к этой статье я описал сценку, свидетелем которой был в санатории, в крымском санатории Айданиль, санаторий ЦК КПСС, где отдыхали отпрыски партийный вид, в том числе. И из-за этой статьи у Андрея Брежнева, который вот был в застолье, который упоминался, случились неприятности, чего я, собственно, совершенно не хотел, такой задачи не ставил. И, повторюсь, Брежневы люди были незлобливыми, я не знаю, и остались, наверное, наследники, не общаюсь. Ну, и я себя тоже, в общем-то, к злобливым никогда не причислял. Поэтому, когда я узнал, что Андрей Брежнев лишился работы спустя какое-то время после этой статьи, а я, в свою очередь, был приглашен на сведение в программу «Взгляд» молодежной редакции центрального телевидения. Это самая рейтинговая программа в истории всего телевидения, как пишут в книгах. Но песня совсем не о том. Так вот, когда я узнал, что Андрея Брежнева слили из его синекуры, скажем так, Министерства иностранных дел, я решил дать ему возможность высказаться. Ну, то есть я, естественно, вопросы не решал. Я вышел с таким предложением на руководство молодежной редакции. Тогда это уже был Александр Сергеевич Пономарев, потому что Сагалаев, Эдуард Михайлович ушел в программу «Время». Мне дали добро, я записал сюжет. Интервью с внуком Леонида Ильича Брежнева, который мы выдали в эфир без всяких купюр. Насколько я знаю, ему это не помогло. То есть он не смог реабилитироваться и получить обратно то место рабочее. Не смог, и когда я говорю про злопамятность Леонида Ильича Брежнева, я это экстраполирую, в общем, до всего семейства, потому что Андрей Брежнев, в общем-то, как вот зуб зарисовал еще во время той публикации в газете «Недели», так этот зуб и не сточил ни после сюжета в программе «Взгляд», ни после звонков и встреч, которые я организовывал для того, чтобы вернуть ему работу. Я так и знаю, что он до конца дней своих не
меня не привечал, скажем так. Мне до сих пор жаль, что из-за моей работы вот этот, в частности, человек, многие люди лишились рабочих мест из-за там репортажа той поры. Мы действительно были четвертой власти. Ну так придумали люди не из журналистики, а поумнее и потолще. Вот, но фактически одним репортажем, одной публикацией можно было там разрушить судьбы или организовать. Опять же, судьбы. Очень многие герои после там единственного сюжета в том же «Взгляде» становились депутатами Верховного Совета, становились такими фигурами. Значит, ну, тот же Олег Данилович Калугин. Я говорю о тех, к судьбе которых я так или иначе косвенно причастен. Вот, но, как мне передавали, Андрей Брежнев так, в общем-то, обиду не забыл. И я повторю, мне жаль. Мне жаль, что так с ним случилось. Всем сочувствовать, тем, кто пострадал. Многих отрекашивало. Многим не сочувствую, многим, я считаю, досталось даже мало. Надо было на самом деле бить и добивать. Мы еще не начинали, это не было слоганом программы «Взгляд». Программа «Взгляд», в общем-то, начинала и, как правило, заканчивала все свои линейки. О многом я сейчас жалею. И в целом мне обидно, что я не понимал глубинных процессов. И я не понимал, что я пешка в очень сложной игре. Я, безусловно, был наивен. И отчасти эту свою наивность объясняю тем, что нас так долго учили любить твои запретные плоды. Это строчки из «Наутилуса Помпилиуса», из прощального письма. Нас реально долго учили любить запретные плоды Америки. И я был американофилом до тех пор, пока в Америку не поехал и не посмотрел своими глазами. Вот. И мне обидно, конечно, что я не понимал сути происходящего, но я абсолютно убежден, что та система, которая на тот момент сложилась, сложилась она при Брежневе. При Брежневе не было никакой корректировки дискурса сталинского. Не раз про это говорил. Именно эта система в конце концов и привела и к коррупции, в том числе и нынешней, и к развалу Советского Союза. То есть надо было, конечно, демонтировать ту систему, абсолютно не работающую, уже, скажем так, ну вот к концу 70-х даже, не про 82-й год, мы говорим, не про год кончины Леонидовича Брежнева. Вот, но страну, в общем, фактически утратили. Страна уже не будет прежней. То есть ни о каком Советском Союзе два речи идти не может. Я запомнил очень свою беседу с Николаем Максимовичем Скоридзе, который мне сказал, что никогда, никогда отношения между Россией и Грузией не будут дружескими. И это относится, естественно, не только к Грузии. Это относится и... Про Прибалтику я не говорю, это вообще отрезанный ломоть давно. Ну и ко многим странам среднеазиатского региона. Была ли вина в этом перестроечных журналистов, в том, что сложились такие обстоятельства? И да, и нет. Это на самом деле тема для не то, что там статьи, или уж там не говоря о коротком видеосюжете, это для книги тема, поэтому я здесь не хочу разбрасываться. Вернемся к нашему барану, к Андрею Брежневу. Просто посмотрите этот сюжет. И при Сталине, и при Брежневе было модно переписывать историю. Ну, то это был краткий курс в КПБ или бессмертная трилогия.
Сейчас из школьных библиотек изымаются труды Брежнева, Суслова, Черненко. Кстати, в фотожурналистике есть даже такой термин «пальмирование». Он возник по прецеденту, когда, так сказать, политические лидеры, которые уходили с нашей арены благодаря усилиям лидеров, ну, я прежде всего говорю, естественно, о Сталине, естественно, на исторических фотографиях, которые должны были так или иначе функционировать и показываться в учебниках и так далее, их убирали. Причем прецедент был таков, что ставили пальму в катке, и возник термин «пальмирование». Если ты помнишь, вот фотография Горький на съезде Коминтерна в Ленинграде, он опирается на пальму. В том-то дело, он опирается на пальму, а в оригинале он опирался на колонну, около которой стоял Николай Иванович Бухарин. Так что пальмирование. Понятно. Ну вот, мне кажется, что вот эти изъятия из школьных библиотек, о которых я говорил, это не попытка ли это снова как-то пальмировать общественное сознание, и не является ли это, в общем-то, нарушением демократии, которой пока у нас, в общем-то, в стране нету. В общем, я к чему весь этот разговор веду? 7 лет назад был отменен традиционный концерт, посвященный Дню милиции, 10 ноября. И не потому, что умер тесть тогдашнего шефа советской милиции, вице-министра Чурбанова, а потому что умерший был, я сейчас процитирую газету тогдашнюю, верным продолжателем великого ленинского дела, пламенным борцом за мир и коммунизм, и обещалось, что имя его будет всегда жить в сердцах советских людей и всего прогрессивного человечества. Словом, Брежнев, фамилия Брежнев, став синонимом реакции, которая наступила после оттепели, и почему-то зовется застоем у нас. Так вот, эта фамилия превратилась в печальный памятник самому себе, тоже, поскольку у нас сегодня разговор о символах, в символ чего-то такого протекционизма, тотального ханжества. И тень от этого символа падает не только на самого Леонида Ильича, но и на всех его родных. А почему именно неделя? Я думаю, что ты поймешь это после интервью с внуком Леонида Ильича Андреем Брежневым. Андрей, год назад в неделю я опубликовал статью «Наследнички». Я знаю, что после публикации в отношении тебя последовали свирепые оргвыводы. Да, это действительно так. Я работал в медиа, меня вызвал кадровик и попросил написать объяснительную записку по этому поводу. Хотя вопрос упирался не в том, что, как бы это получше сказать, не в то, что правда это или нет, эта статья, а в то, что, как в статье было написано, перед у меня на столе стояла бутылка с коньяком. И после этого тебя уволили? Ну, нельзя сказать, что уволили, но после этого был такой прозрачный намек о том, что мне было лучше уйти из МИДа. Я приношу свои извинения, мне очень неудобно, что я таким образом тебя подвел. Значит, тяжело быть Брежневым в 1989 году? Тяжело — это не то слово, да и раньше было непросто. Пример? Пример раньше или пример сейчас? Сейчас. Ну, один пример стоит перед тобой. Вторым примером может служить история с моим братом, Леней, который был вынужден своего ребенка, 7-летнего, из одной школы перевести в другую, но уже по другой фамилии. И все только из-за того, что не только дети, ребенок приходил домой в слезах и говорил, что не только дети, но и учителя порой, ну, скажем так, травят. Травят, да. Перманентный поиск врагов – это сталинский реликт. Вообще, фамилия Брежнев ассоциируется не только с генеральным секретарем Леонидом Ильичем, но и с Галиной Брежневой, супругой печально известного Юрия Чурбанова. Ты понимаешь, у них одна семья, у нас другая семья. Что касается меня, я, например, поддерживаю очень хорошие отношения с дочерью Галины Леонидовной, Викторией, которая очень близкий мне человек, который я многим обязан. Ты дружен с Димой Сахаровым, сыном академика? Да, действительно так. Странная связь. Ну, чего странная, мы жили рядом, познакомились лет 15 назад, мы были мальчишками, как все мальчишки, дружили друг с другом. Я знаю, что у тебя много друзей было в институте. Ты выезжал на трудовой семестр, на строительство в Казахстан. Неужели у тебя не было возможности при твоем статусе внука генерального секретаря избежать этой трудовой повинности? Ну, я не считал это для себя трудовой повинностью. Я просто хотел туда поехать. А потом большинство моих друзей поехали в этот стройотряд. И я считал, что чем я лучше других.
Ровно 7 лет назад страна узнала о кончине генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Как и когда узнал об этом ты? Я был тогда на практике за рубежом. Кстати, первый и последний раз. И меня вызвал посол и передал телеграмму, в которой говорилось, что мне надо первым же рейсом прилететь домой. Но это меня слегка удивило, потому что, что называется, проколов у меня не было. Ну и вечером из программы новостей я услышал, что из Москвы передают, что ходят слухи, что Леонид Ильич умер. И смысл телеграммы мне стал понятен. Андрей, последний вопрос, возможно, он покажется тебе неприятным. Многие убеждены, что все Брежневы по-прежнему пользуются номенклатурными благами. Госдачами, спецпайками, автомашинами и прочим. Ну, никто из Брежневых этими благами не пользуется, кроме моей бабушки Виктории Петровны. Я считаю, что она заслужила это. Я тоже. Спасибо за интервью. Считаете, что в перспективе между Россией и Грузией могут отношения не восстановятся уже? Нет. Я считаю, что нет. Угу. К сожалению, никогда. А когда вы последний раз были в... В октябре был. Это были гастроли? Или нет, это был я визит? Просто поехал домой, я хотел навестить могилы. У меня образовалось 3 дня выходных. Там как-то очень удачно сложилось, что были выходные с какими-то праздниками. У нас же сейчас 7 ноября подвинули куда-то, а я живу старым календарем. И вдруг оказалось, мне говорит, ой, а у тебя там, ты можешь не приходить столько-то дней. Там совпало как-то. Я говорю, ой, как хорошо. И мне так... Я поехал. И очень рад, что побывал, потому что очень красиво и вкусно. Вы упоминали о выговоре, который вы получили за интервью. Я надеюсь, что за эту беседу никто выговор не получит. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо.